Зарянские «Балканы» нашли замену Андрею Пархоменко. 1 декабря руководство футбольного клуба «Балканы» объявило имя нового главного тренера зарянской команды. Эту должность занял 43-летний специалист Денис Колчин, известный украинским любителям футбола по работе в одесской «Жемчужине», которую он в сезоне 16-17 годов вывел в первую лигу, а также в винницкой «Ниве», в которой воспитанник одесского футбола проработал с сентября 17 по ноябрь 18 года. Последние несколько лет Колчин тренировал команду ДЮФК «Атлетик» Ю-19, которая выступает в первой лиге чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины. Во время карьеры игрока воспитанник «Здюсшор» черноморец Денис Колчин успел поиграть за одесский «Черноморец», «Криворожский», «Кривбас». Состав дублеров харьковского «Металлиста», ФК «Николаев», «Овидиопольский Днестр» и ряд других профессиональных клубов. В свое время также выступал за молодежные сборные команды Украины. Для этого сделали, но...